говоришь? Гляди, еретик! Уходи, чужак! Опасно здесь! Пришли! Пришли! Но идите сюда! Глядите, не возьмете нас, бесы! Вера не хранит нас! Господи, пусть не нас помилуй! Отврати отказ в мне в твой и обрати кости, и обрати его, и покарай праведным гневом, и гневный огненный навек и вход. Аминь! Мама! Еще! Еще! Сколько угодно пытайтесь, не победить вам, пока нас свежут святые обереги берегов. Господи, спаси нас и сохрани, и убереги от ока нечистого. Избави от дыхания его смрадного, электричеством называемого, и от технологии этим дыханием порождаемый. Дай нам силу нести слово твое, и волю твою, и повелению твоему уничтожить слух нечистого и демонов его. Не превозмочь на поле брани, не вознести хвалу тебе. Ушли! Отступили демоны! Не устояли перед верой истиной! Мы прошли испытание! Уберег Господь! Уберег Господь! Ура! Господи, владыка на небесах и на земле, тебе хвалу возносим, ибо ты вдохновил нас и дал нам силу изгнать электрических демонов нечистого, да светится имя твое, и да утвердится воля твоя на земле, как ты утвердил ее на небесах во веки веков. Аминь. Ничего, как все в сборе, вчера передали, что караван к нам идет. Все всегда. Все, что вышло, как и видели. Выходит, все под вечер.
Ну а чё тут как? Ворот смазал? Чё за... Ни хрена.
Это да! А я в вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Ох, хорошо. Дядя Артем, а вы Мишку моего найдете? Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама, Мишка вернулся! Артем, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Спасибо, братья. Здорово, Артем. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артем, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артем. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артем, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! И еще раз спасибо тебе. Артем, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артем, ни пух, ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. Поднимайся ко мне на кран.
Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Ну что, самое время начинать. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и Идиотом возвращаемся на Аврору. Артём и Князь с Крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем!